Добрый день. Изменение количества копий генов или генетических локусов как вариабельный признак давно известно в классической генетике, приблизительно с 1936 года известно после опытов генетических с мушкой дрозофилой, что увеличение количества копий гена БАР приводит к появлению так называемого БАР-фенотипа. Более поздние исследования привели уже к тому, что известно, что изменение копийности генетических локусов может приводить к усилению предрасположенности, имеется в виду те заболевания, которые не обладают стопроцентной пенетрантностью, а к таким, безусловно, относится шизофрения в частности. И поэтому интерес исследований к данному типу генетических операций в геноме в последнее время возрос, особенно в области онкологии. Данная работа посвящена такой нозологии, как рак желудка, который, в общем-то, входит в наиболее опасные разновидности онкологических заболеваний, потому что при наличии метастазов лечение больных уже превращается в паллиатив. И создание предиктивных маркеров было бы весьма полезно для того, чтобы уметь или предсказывать такие состояния, предиктировать, или создавать группы риска. Вот. Что бы хотелось сказать, что в приблизительно 2000-х годах интерес к данному явлению, как изменение копийности генетических локусов в мире, резко возрос. Количество публикаций на эту тему, как видно из этой диаграммки, по данным PubMed, ключевое слово CNV, Copy Number Variation, возросло буквально в десятки раз. Особенно это происходит с нулевых годов, 2000-х. И, соответственно, мы здесь видим, что появляются также работы, которые, мировые работы, пытаются использовать изменения этого аберрантного показателя или этих аберрантных показателей, в зависимости от того, какие именно гены берутся в эту линейку, для предикции малигнизации тканей желудка. Тут стоит отметить, что размер локуса, который может изменять свою копийность, может очень сильно варьировать и достигать или нескольких мегабаз, или быть размером с 50 оснований нуклеотидных. И поэтому все они очень различаются друг от друга, в том числе и по функционалу. У нас в период с 2013 по 2016 годы по поводу рака желудка был прооперирован Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, город Ростов-на-Дону. Был прооперирован 981 больной рака желудка основных морфологических типов. Из них аденокарцинома 593. Дальше я не буду это перечислять, потому что здесь на слайде все это хорошо показано. Клинико-морфологические характеристики пациентов, вошедших в это исследование, как вы видите, в основном это были и мужчины, и женщины. Также всего было взято в работу приблизительно 60 пациентов. По ТНМ-классификации это были или больные просто с локальной опухолью, или локальная опухоль плюс метастазирование в региональные лимфатические узлы. Конечно, мы смотрели такие показатели, как также стадия дифференцировки опухоли и возраст. Еще раз напомню, что это были больные с аденокарциномой. То есть пока других гистотипов мы не рассматривали. На этом схематическом рисунке изображены гены, которые наиболее часто демонстрируют по литературным данным аберрантные показатели CNV или copy number variation при раке желудка. При этом овалом выделены, овалом выделены амплифицирующиеся прямоугольнички с делециями и сигнальные пути, на которые оказывает влияние измененная активность приведенных генов в ходе малигнизации ткани. В панель исследованных генов мы включили, я не буду зачитывать все это, потому что займет много времени, можно бегло окинуть взором. Всего было у нас включено в эту работу
16 генов, из них один локус митохондриальной ДНК. Ну, с учетом того, что митохондриальная ДНК наносит циркулярный круговой характер, замкнутый, то фактически мы учитывали копийность всей митохондриальной ДНК, анализируя копийность одного локуса. Вот. Целостность при этом мы, потому что нас интересовал в том числе, насколько проявляется эффект Варбурга. А также мы брали такие основные регуляторы транскрипции, регуляторы клеточного цикла, выживаемости, такие известные локусы, как P53 и NDM2. Значит, на данной диаграмме мы сначала представили наши объединенные данные по всем исследованным локусам, в которых, из которых следует, увеличилась или уменьшилась копийность исследуемых локусов. Хорошо видно, что из всех исследуемых локусов не изменилась копийность только двух генетических локусов. Это APC и GKN1. Все остальные локусы, они или проявляли увеличение амплификабельности, или они проявляли тенденцию к понижению своей копийности. Но это хорошо, например, в частности, видно по локусу HV2, который подтверждает эффект Варбурга. Теперь на этой диаграмме, в этой таблице представлены средние значения относительной копийности. Относительная, когда мы исследовали все эти данные методом количественной real-time PCR и брали для того, чтобы реферировать два референсных гена. Это GAPTASH и AKTB. Здесь представлены, соответственно, относительная копийность 16 генетических локусов, соответственно, в группах с наличием, вернее, с отсутствием регионарных метастазов и с их наличием. Хорошо видно, что группа с наличием регионарных метастазов в лимфатических узлах хорошо отличается, правда, не по всем генам, но к тому же и по литературным данным только 10% всего нашего генома они проявляют аберрантное состояние copy number variation, что, собственно говоря, хорошо согласуется с литературными данными. Здесь представлены эти данные в виде диаграммки, из которых хорошо видно, что красным цветом обозначена группа больных, вернее, характеристики относительной копийности тканей пациентов по исследованным локусам. И хорошо видно, что копийность генов в большинстве случаев у больных с регионарными метастазами она выше, чем в группе, где регионарные метастазы отсутствуют. Теперь нам было интересно посмотреть, насколько клинико-морфологические характеристики пациентов и частота аберрантных CNV коррелируют или взаимосвязаны в данных исследованиях. Мы использовали, разумеется, такой показатель, как непараметрические критерии, хи-квадрат. И здесь хорошо видно, что для гена CCND1, если сравнивать мужчин и женщин, имеют место гендерные различия. Причем у женщин вообще не происходило изменения CNV или аберрации копийности, в то время как у мужчин это явление наблюдалось. Соответственно, два гена, два генетических локуса, АУРКА и О5F1Б, они тоже проявляли тенденцию при различных грейдах развития опухоли. И по ТНМ-классификации хорошо себя проявили отсутствие и наличие метастазов в региональные лимфатические узлы. Два таких генетических локуса, как НФКПБ1 и ПО5Ф1Б. Нас заинтересовала дискриминирующая оценка используемых нами локусов для того, чтобы различить группу с отсутствием регионарных метастазов и наличием регионарных метастазов с помощью RCQ тех генов, которые у нас проявили наибольшую отзывчивость или информативность
ходе проделанной работы. Здесь хорошо видно, сверху мы брали сначала 2 гена, потом 3 и 6. И каким образом это повлияло на хи квадрат и на вероятность дискриминации двух этих групп. Соответственно, также здесь приведены данные по чувствительности и специфичности. Хорошо видно, что даже 2 гена проявляют NF-KB ECO5F1B хорошую очень чувствительность, но, к сожалению, специфичность достигает только 50%. Для того, чтобы проверить, насколько... Есть, конечно, литературные данные, которые говорят о том, что имеет место очень хорошая конкордантность между работой самого гена, его копийностью и продукцией белка, который синтезируется на его матрице. Вот. Но для того, чтобы проверить именно ту линейку, которая была использована в настоящей работе, мы совместно с лабораторией иммунофенотипирования опухолей нашего института коррелировали, сопоставили наши данные с данными ИГХ исследования по, так сказать, одному локусу или по одному гену ERBB2 или HER2, который всем известен. Соответственно, сопоставление наших данных позволило установить, что данная система работает хорошо, корреляция составляет почти что это само 0,9. И это позволило нам делать вполне достоверные выводы. Да. Также нас заинтересовало, насколько вообще полученные данные изучены в мировой литературе и насколько они коррелируют с полученными нами самими данными. Здесь мы привели некоторые работы, данные, которые там присутствуют, из которых следует, что очень часто, даже по данным разных исследователей, полученные величины проявляют очень большую волатильность. Мы связываем это с тем, да, но в целом мы находимся в коридоре мировых трендов, которые здесь представлены. Тут могут быть две причины. Первая – это популяционная гетерогенность, которая берутся в данное исследование, и разные методические подходы, которые несут субъективизацию подходов при получении данных. Соответственно, выводы я зачитывать не буду, потому что они весьма уже очевидны из проделанного доклада. Хочется только сказать, что мы хотим и уже работаем над тем, чтобы внедрить это в практическое здравоохранение. Благодарю за внимание. Так, есть возможность задать вопросы, а можно и прокомментировать. Кто хочет что сделать? Так, скажите, пожалуйста, Игорь Дмитриевич, значит, вот наоборот. Если суммировать... А, наоборот? А, Дмитрий Ильич, да, простите. Меня почему-то в жизни всегда так называют. Извините, я не хотел так получить. Значит, если... То, что вы доложили, оно сводится к тому, что вы хотели в основном все-таки использовать набор оценки экспрессии, скажем так, некоторых генов в различных локусах. Да, ну, для извините, это копийность. Это копийность для того, чтобы, ну, я не знаю, предположим, с практической точки зрения предсказать или разграничить случаи заболевания, находящиеся на разной стадии его прогрессии, так? Совершенно верно. И второй ваш вывод сводится к тому, что в значительной степени ваши результаты, в частности, коррелировали с экспрессией HER2+. Так я понимаю, да? Не совсем. А как? Я хотел последний тезис просто пояснить. Дело в том, что мы все, что вы здесь видели, все праймеры, это был не какой-то набор, который валидизирован производителем. Он был полностью разработан в нашем институте. И для того, чтобы проверить, насколько это все работает, попросту говоря, вот тройка ДНК, РНК, белок по ИГХ, насколько она работает, мы взяли один из локусов и... По нему проверили. И проверили, да, насколько мы можем этим данным доверять с точки зрения практической медицины. Да, пожалуйста, Надежда Викторовна. Тогда у меня вопрос, все-таки какая цель у вас, как
В практике мы хотели бы в идеале это на основании полученных нами результатов предсказывать вероятность образования регионарных метастазов и, соответственно, получать какие-то группы риска пациентов. Я думаю, да, потому что как только мы создаем группы риска, они просто будут их более тщательно наблюдать с большей периодичностью. Это самое для того, чтобы, например, операцию ранее. Ну, я уже не хирург, я не буду фантазировать, извините. Ну, смысл понятен. У меня только последний вопрос. В свое время вы подчеркнули, что это аденокарцинома, да? Да. В свое время, я не знаю, сейчас придерживаются такой точки зрения или нет, делили рак желудка на кишечную форму и, так сказать, некишечную. Вот это имеет, да, продолжают это до сих пор? Да. Имеет что-нибудь тут какую-то связь? Ну, я понимаю, что вы под таким углом зрения не смотрели, но все-таки аденокарцинома, она может так делиться? То есть больше напоминающая ситуацию, когда новообразование возникает, скажем, в слизистой толстой кишке, а потом это переносили на желудок и говорили, что вот... Нет, мы в рамках данного исследования этот интересный вопрос не изучали. Хорошо, большое вам спасибо. Да, извините, я хотел одно маленькое замечание сделать. Да. Этот метод, он мог бы легко быть транспорирован во внеклеточную ДНК, так как это речь идет о копийности, и быть малоинвазивным. Понятно, спасибо большое.